В пятницу Кохтла-Ярвинский культурный центр при поддержке городского молодежного центра и молодежного портала sdparty.net организовал флешмоб под девизом «Молодые молодым». Специалист культурного центра по работе с молодежью Айнике Сеппер, словно королевский танцмейстер, дает команду «Танцуют все». И по взмаху ее руки дети и молодежь, собравшиеся на площади у культурного центра, отжигают такой ритм, что не выдерживают и взрослые, пришедшие запечатлеть это действо. В их руках начинают танцевать мобильники. Участники флешмоба выстраиваются так, что образуют собой букву и цифру ЕФ-100. Понятно, что этот маневр символизирует приближающийся год столетия Эстонии. ЕФ-100 хорошо видно на мониторе дрона, который взлетел над площадью. Это журналист Игорь Парф готовит таким образом фотографию, которая будет посвящена столетию страны. Айнике Сеппер рассказала каналу Литес о прошедшем празднике. Созвали все школы, все коллективы танцевальные участвовать во флешмобе. Кусочки были заранее розданы, и общая часть также была снята на видео, это услано всем по почте. Сейчас будет происходить квест, идет регистрация, будет в парке проходить 6 точек, связанных с городом, с городскими достопримечательностями. Вот. И также проходит за моей спиной молодежный портал SD-Party, приготовили нам ролики с их выпусков. Наша молодежь очень активна, и просто для нее нету сейчас настолько много мероприятий, чтобы они могли себя выразить, чего бы я с удовольствием буду теперь делать. И так как видно по первой акции, детей много, и дети хотят, и дети идут вместе с этим совсем. Со стороны за флешмобом молодежи наблюдали некоторые кандидаты в депутаты, баллотирующиеся в Кохтла-Ярвинское горсобрание. Но они не вмешивались в ход праздника, ведь тем, кто достиг 16 лет, в воскресенье предстояло впервые голосовать на выборах. И какое-либо вмешательство кандидаты сочли неуместным.